Всем привет, дорогие мои друзья, и сегодня мы продолжаем с вами проходить «Улыбку вампира», у нас третья серия. Так что давайте, наверное, продолжим. Так, мы поднялись куда-то наверх. Что ж, давайте посмотрим. А, ну это мы с вами видели в прошлой серии, заставка. Технические неполадки тут какие-то, тыры-пыры тролливали. Пила, день умереть. В общем, нас это не интересует. Нам главное идти и всех крошить. Робот, ага, привет. Ну-ка, сколько у нас денег? 106 монеток. Практически на то, что мне нужно, не хватает, ребята. Так что я не буду их тратить. Пойдем так. Давай, перепрыгай. Ах ты, не хватает немножко. Ну ладно. И кто у нас здесь? Я прекрасно знаю, что кто-то будет. Ага, ядрить его на корень. Так, это что у нас за наемники такие? Давай, ребята, с ними разбираться по-жесткому. Хорош, они все со стволами. А что это у нас такое за чудило тут? Какой-то новый. Ядрить его на корень. Смотри, какой шустрый. Ах ты, блин, вот так. Смотри, блокирует. От гад, а вот это... Ну, против лома, как говорится, нет приема, ребята, да? Хе-хе-хе, друг друга бьют там. Смотри, что делает, а? Иди сюда, блин, с ночным видением он там. Они вообще-то все здесь. Ядрить его на корень. Еще спецназовца мне здесь не хватало, блин, с ионными гранатами. Так, надо с ними разбираться по-бырому. Опачки, ребята, я на краю гибели. Все, да? Нет, пока еще живу. Но, по-моему, мне недолго осталось. Сейчас меня тут расколбасят. Нет, пока живу, ребятушки. Так, надо его выцепить, этого говнюка мелкого. Так, что я хотел тут сделать? Ничего. Так, где у меня подпитка? Срочно подпитку ищем. Хе-хе-хе, ребята, у меня еды нет вообще никакой. Вот чудик-то, а. И как мне интересно, вот на стольких хпшках. Все, да, готов я. Да, они меня замочили. Свиноты. Ладно, ребята, давайте повторим. Так, забегаем, иди сюда. Да, вот то, что они с оружием, это, конечно, очень плохо. Потому что у меня, как вы видите, какие-то топорики и тесаки. А у них все-таки огнестрел. Причем дальняя дистанция. Так, один готов. Вот эти вот вредные. Они и с ножами, и, как вы видите, с автоматами. Поэтому их надо тоже... А что это они там? Опа-на, друг друга забомбили. Ну, нормально, в принципе, мне это только на руку. Иди сюда. Красиво я его упоркал. Надо же, что он мне сделал. Свертуха на меня откинул, да? А этот-то что, главное, встал там? В ступоре стоит. Не знаю, что с ним случилось, но он не двигается, ребята. Так, давай иди сюда с ножами. Полуробот, полухрен знает, кто ты такой вообще. Робоцып какой-то. Так, отлично. Ты тоже иди отсюда. Так, так и будем друг за другом спрыгивать и запрыгивать, да? Ух, красиво я его, красивенько. Так, давай сюда, иди, лазучик. О, у меня хпшки попомнились, это замечательно. Так. Да убейте вы друг друга, это елки-палки. Что ты там за ним сзади идешь, блин? Бил бы его, да и все. Нет, не хочет, не слушается. Так, бэшку. Вот так вот голову размазываем. Ха-ха-ха. Просто в мясо. Так. Ну, я думаю, уже осталось немножко. Наверное, уже это последняя партия, ребята. Да, конечно. Как бы не так, ребята, как бы не так. Но это их не спасает. Во, вот это другой разговор. Так, ну что-то их тут слишком уже много становится, ребята. С каждым уровнем враги все круче и больше и больше. Но для нас это не помеха. Единственное, жаль, что мы с вами не можем прокачать. Точнее, мы можем, но мне не хватает денег. Ух ты, сундучок. Не хватает денег проапаться хорошенько. Так бы, я думаю, было бы все намного проще. Ножницы? А зачем мне ножницы, интересно знать? Так, РБ. Ну, УЗИ есть, а... Ну, есть магия еще, а ножниц никаких нету. Так, значит, нам надо идти наверх, ребята, здесь показано. Вот сюда, по ходу дела, да? Мы все-таки, ребята, в космосе. Посмотрите, за окном... Ага, некогда тут рассусоливаться. За окном летают дирижабли всевозможные. Так, шикарно. Ага, бочонки прилетели. Сейчас я ими и займусь. Нет, я займусь вначале вот этими, наверное, лопухами. Круть, 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 ребята, круть. Ну, давай последний удар. Вот так вот, шоколад. Так, давай, бочка, иди сюда ко мне. Вот так вот.
Так, хорош. Блин, ну вы, каратисты, вы уже достали, если честно, в корень. Почему я не могу, как они? Смотрите, в бок встают и просто им пофиг на мои... То, что я по ним стреляю. Вот это сейчас было, конечно, глупо с моей стороны между ними спрыгнуть. Пинка он не хотел отвесить, а? Да как бы не так. Черт подери, а. Да угомонитесь вы, давай, давай, давай. Ворон, ты бы хоть немножко бы помог, хотя бы им... Я не знаю, там, в ухо уколол бы их, укусил бы. Укусил бы. Ну, я имел в виду, клюнул. Так, успокойтесь. На, будем его вот так вот. Ё-моё, чуть на гранату не попал. Хорошо, чудом спасся. Так, ну я так понимаю, это последний у нас тут на этой территории. Так, иди сюда. Блин, сбивает меня. Да хорош, успокойся в самом деле-то уже. Тебя не спасет, ты граната. Все, я тебе просто головой об землю. И лежишь, обтекаешь дальше. Ну, жетушки пополнили, и идем мы с вами дальше. Так, тут какие-то эмблемки. Взяли, не понял. А, что мне здесь, извините, делать? Хм. Ребята, тут... А, вот. Я уж думал, блин, попал в какой-то тупик. Ладно, пока... Опа, гитарочка, ребята. Ну что, давайте споем... Или как это? Сыграем рок. Ё-моё, плохо начал. Шикарно. Пока норма. Вроде нормально идем. Ну что, ребята, вроде бы неплохо, да? Сколько? 85%. Это просто шикарно. Ё-моё, сколько они мне надавали здесь вкусняшек, а? И наверху, я смотрю, чемоданчик еще есть. Что нам с него выпадет, интересно? Так, какое-то сердечко. Я так и не могу понять, что это такое, кружка или что? Так, ребят, здесь два варианта. Либо сюда, либо туда. Куда пойдем-то, я даже не знаю. Давайте сюда проверим. Так, не нравится мне это что-то. Давайте тогда обратно. Опа-на, здесь оказывается, смотрите, лежит подарочек неприкаянный. Глаз. Что ж это такое-то все-таки, а, ребята? Что за кружки? И все, да? И тупичок. Ясно, как ни крути, ребята, нам придется с вами возвращаться. Именно туда, куда нам было. Что такое, не понял. Ага, вот. Так, наверх, наверное, да, все верно, идем. И что? Тупик? Нет, 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 не тупик. Слушайте, по-моему, я здесь был, да? Или мне кажется? Что-то не пойму я. Наверх опять, ага, вбок. О, ё-моё, ничего себе. Опа, а это еще что за новые такие сорта тут вышли? Уже с дубин, уже с дубинками. Или эти были уже? Я уже, ребята, запутался, если честно говоря. С кем я тут уже воевал и дрался? Тихо, тихо, тихо. Вау, 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 разбуянились, ребята, тут не на шутку. Ненавижу вот эти вот... Круто, я ему голову снес. Ненавижу вот эти вот маленькие комнатки, когда здесь еще куча врагов. Ха, сам своего же грохнул. Чепушила, на-ка. Выкуси. Блин, опять мало жизни, ребята, опять мало шутух. Ну лови ты его, б... Вот, ну б же горит. О, круть. Так, их самое-самое нормальное, ребята, это бомбить в воздухе. Как говорится, безболезненно. О, хпшечки, это нормуль. Это безболезненно и эффективно. Блин, я просто его припечатал об стенку. Мне это понравилось.
И опять же, что я накопил жизни, тоже, в принципе, сразу их исплавил. Как им не сладко сейчас было, а, ребята. Блин, все-таки булава это мощь, ребята, хаммер этот. Но есть у него, конечно, недостатки. Слишком медлительный он, и я не могу очень много чего... Вау, кровище-то, ядрить его на корень. Что же, подарочек опять оставили мне и... Карточка, ребята, карточку, значит, где-то двери. А где... Что это такое летает? Что это за... А, это суперудар. А где, интересно, у нас неоткрытая дверь еще, а? Мне вот это интересно знать. Так, ну здесь я не могу пройти. Ага, надо наверх идти, понятно. Давайте-ка вот сюда. Подожди, вот сюда. Да что ж такое, давай просто добежим. Ага, вот и карточка, где нам пригодилась. Ясненько, будем знать. Что нас тут дальше-то ожидает? Комнатка. Не нравится мне такая комнатка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Убертанк. 50XX. Давайте. Вау! Ядрить его на корень. Ребята, вы смотрите, что делает. Ё-моё, ракета самодовольная. Да хорош ты. Убертанк, а. Так, надо его по-быренькому, ребята, гасить. Пока вроде не бомбит. Знаете, вот это уже точно из... Воу, шикарно. Из этого... робот-полицейский, робокоп, короче. Помните, там цыпленок был? Ну, один в один просто-напросто. У-у-у, сбил меня. Не, ну так, конечно, не пойдет, ребята, дело. Ах, как шикарно я ему прописал своей магической атакой. Так, осталось ему немножечко, ребята, совсем немножечко. Буквально чайная ложечка. И он будет у нас готовченко. Да, боссы здесь довольно-таки легкие, в отличие от врагов, от противников. Или мне так просто кажется, или просто в начале такие легкие. Так, последний удар. Взорвался к ядрене фени. Все, как говорится, сгорел на работе. И мы с вами идем далее. Че, даже сундука не дали? Хм, странно. Так, это что? Это, смотрите, какой-то главарь, что ли, по ходу дела? А, мы прошли с вами миссию очередную. Ну что же, это меня радует, ребята. Это у нас какая, по ходу? Третья, да? И мы идем с вами куда? А что это мы вниз-то? Поднимались для того, чтобы спуститься вниз? Ясно, хорошо. Приступаем к новой главе. Вау, это кто такой у нас? Это какой-то, я не знаю, Undead, смерть... Киборги надвигаются. Так, машина. И у нас опять же 185 плюшек. А мне нужно 200, ребята, 200. 15 этих не хватает. А где их добывать, ума не приложу. С врагов не особо-то они жалуют мне давать камушки эти. Ё-моё, чё так низко падать-то? Все, да? Здесь тупик. Значит, идем сюда. Что такое? Вау, это что за сорта роботов новые? Тихо, ребята, не буяйте. Ну, хоть хор... Чего? Зашибись, они еще плодят этих летунов, которые пуляют с ракетами. Нет, так, ребята, дело не пойдет. Не пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Собаки, что творят? Да хорош, я же не могу даже от них увернуться или как-то защититься. Да, единственный вариант, это как можно скорее их убивать, чтобы не плодили. Так, опять вышел, а? Ты смотри, подлец. Давайте его, вот так. Давайте уничтожим их. Ага, ребята, это бесполезно. Они плодят их без конца. Поэтому нужно уничтожать все-таки этих роботов в первую очередь, как ни крути. Так, иди сюда. Где добивочные мои удары? Я не пойму, где они? Почему их не дают мне? Да хватит уже. Тепловухи, это очень плохо, ребята. Да что ж такое, нате, выкусите вам. Электроразряд, как говорится. Готовы? Отлично, мне еще и дали подарочек. А в нем что мы видим? А это что такое? Пуговица, что ли, какая-то, или звездочка? Так, LT плюс U. И что LT плюс U? Ровным счетом ничего. Ладно. Продолжаем нашу дорогу, ребята. Так, здесь мы обходим. Вниз, а куда вниз-то? А, все, тут можно провалиться. И тут у нас ничего. Ладно.
Какие-то кратеры. Опа, 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 федералы, ребята, федералы пришли. Так, что? Что он сделал сейчас только что? Телепортировался, да? Ну, по-моему, они это умеют делать. Отлично, надо ловить его. Да, хорош, блин. Ха-ха, вот, вот я люблю, когда вы друг друга бьете. Главное, что вы убиваете, а не просто так стреляете на отмашку. Круть, ребята, вот как вот он такой делает удар, а? Пронзающий. Не понимаю, нажимаю на все подряд. Ну, естественно, на все подряд. X и B. Ну, и ЛТ еще изредка. На-ка, бочка, выкури. Он еще умеет как-то делать добивающий удар, когда он подпрыгивает и сверху бьет мечом. Не знаю, как это делается, но пару раз выходило. Вот, типа такого. Но немножко друг... О, тю-тю-тю-тю-тю-тю, хорош, нати. Шикарно, ребята. Сдохли? Еще бы они не сдохли. Ха-ха. Просто урыл. Подарок. Что мне дадут? Что дают? Ага, Vita Kitten. Кошачьи витамины. Спасибо. Кстати, я до сих пор не пользовался ни витаминами. Ага, вот здесь вот надо, кстати, ребята, выставить, по-моему, мне кажется. Так, глаз бит. Бит, что такое бит? Надо будет потом почитать. Мне кажется, это кружка или что-то в этом роде. Так, мне вот это и год. Год бит, козел. Куда нам этого козла? Почему я не могу его поставить? У меня же еще одна ячейка свободная. Как так? Так, осьминог. Сквидрус. Сквидрус, блин. Спанч Боб, елки-палки. Так, козла. Нет, сквидрус. И теперь... Блин. Вот. А теперь нужен мне этот козел. И мне надо его поставить... О, ну все. Наконец-то, ребята. Все ячейки у нас заняты, забиты. Не знаю, что это нам дает. Ровным счетом ничего пока. Никакой прибавки ни по силе, ни по мощности, ни еще там почему-либо. Это что такое? Это куда это я сел? Это что, машина что ли какая-то? Да, ребят, смотрите-ка. Походу дело тачка. И она меня куда-то везет. Хм. И куда же ты меня везешь, машинка? Опа, на, зашибись, а. Еще и драка здесь в этой машине. Блин, тут потолок-то низкий, ребята. Особо сильно не попрыгать. Поэтому вступает в бой наш любимый Хаммер. Вот здесь ему самое место. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что, ребята, тоже не попрыгать, да? Вот так-то. Будете знать, на кого наезжать. На ниндзюцу. Что? Что это такое сейчас было? Ага, житушки. Житушки-то хорошо. Так, угомонись. Так, ну, хорошо, у меня есть суперудар. Это на крайняк, ребятушки. На самый край. Если уже буду слишком сильно зажимать. Но пока ничего сложного нету. Все, что ли? Все, ребят, я вроде бы расправился с этими уродцами. Но машина до сих пор еще едет. Даже непонятно куда. Мы где вообще находимся? В подземелье, что ли, спустились? Ага, приплыли. Ну что же, на выход и вниз. Ясно. Под землей, по-моему, да, ребята? Под землей мы где-то находимся. Опа, это что такое? Вот это уже... Да ладно, хорош, ё-моё, блин. Чё, серьезно что ли? Ух, смотри, что делают, а. Они, короче, телепортируются и появляются именно надо мной. И еще мечом меня добивают. Не, так дело не пойдет, ребят. Надо срочно с вами разбираться. И как можно скорее. Блин, их еще не поймать нифига. А так? А почему не сработало до конца, ребята? Что за фигня? Что это он там пульнул, блин? Какой-то зеленый сгусток, но не сработала основная магия. Я надеюсь, я ничего там не перепутал с этими кружками, когда выставлял. Тихо. Блин, надо от них избегать, ребята, потому что у меня очень мало хп. Че делают, а? Ё-моё, блин. Жестоко, очень жестоко они тут творят. И их не поймать, потому что я их даже не вижу. Ребята, посмотрите, что они делают. Они телепортируются моментально. Да, вот это вот юниты. Так, как же мне быть-то? В воздухе прыгаешь. Вот смотрите, они появляются ровно там, где я нахожусь. Вот фигня-то. Да, проблемные ребята. Им еще огнестрел бы в руки, и вообще бы был бы полный фэншуй. Иди сюда, где-то появляем. Вот он. Черт, сбил. О, ребята, у меня жизни-то, жизни-жизни. Все.
гады, ухоркали они меня. Так, откуда начинаю? Ага, отсюда. Ну ладно, давайте-ка, ребятушки. Все, хорош с ними тут баловать, блин. Достали они меня уже в корень. Так. А что это там от них? А, это у меня, когда я бью, отлетают всякие там ножи и кости. Нормально. На, получил по башке, вот. Так, давай, иди сюда, следующий. Блин, ну... Она неповоротливая. Ох ты! Эта дубинка неповоротливая. Точнее, как она... Она шикарно вышла сейчас. Очень медлительный, короче, он с этой булавой, блин, с хаммером. Но зато, как видите, удары достаточно эффективные. Давай-давай-давай, прыгай. Надо подлавливать. Черт тебя подери. Слишком верткие они, юркие и шустрые. Мне не нравятся такие ребята. Я на дух не перевариваю. Ну, отлично. Я на дух не перевариваю таких уродцев. Так, и открылись у нас ворота куда-то далее. Ух ты, тут что тут? Мертвяки висят какие-то. Хе-хе. У-у-у. Мы что, в преисподнюю куда? Это что такое? Что это за колесо? Ну, оно не крутится. Лич! Лич? То бишь, это нежить, что ли? С косой. Ну-ка, иди сюда. Че будешь? О, какие-то... Так, это что такое тут? Мы на какое-то кладбище попали. С какого перепуга, блин? Я не понял, блин. О, цепись. Ребята, их тут очень много, блин. Но, по крайней мере, я не вижу лича. Где лич? Так. Ага, вот и лич сам. Понял я, короче, его новую систему. Опять что ли сейчас? Нет, пока нет. Оу. Получил по глотке, урод. Так, он меня опять на кладбище, понятно. Короче, он меня отправляет на кладбище, я должен расправиться с этими зомбарями. И он опять появляется. Ясно. Нате все. Да почему так хреново срабатывает магия, ребята, я не понимаю. В чем проблема-то? Раньше разряд так разряд был. Так, иди сюда. А сейчас это какой-то... Вот. Нормально я ему пропечатал. Так, ребята, ему осталось... Не, действительно, боссы тут какие-то ватные. Даже противники и то сложнее, чем боссы, блин. Ух ты, просто полный расколбас, ребята. Ха-ха. Люблю... Тихо, отцепись, вонючка. Так, появляется. Давайте, ребята, его быренько-быренько добиваем. Так. Еще. А-тя-тя, как красиво. Нет, не успеем, наверное, его добить. Опять у нас... Убил? Нет. Опять у нас отправляет на это кладбище. Ну, тут, как видите, зомбари эти вообще вата. Какие-то теневики. Так бы я бы их назвал. Так. Нет. Нет, 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 нет. Не, даже не думаю приставать. Отлично. Последнее, по ходу дела. И все, сейчас добивочно, ребята, делаем. Давай, что там стоит? Вафли жует. Ух! Отлично, ребята, мы прошли этого лича. В принципе, довольно все-таки легко и просто. Ну что же, ребятушки, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Как я вам говорил, 3-4 его босса мы должны пройти. А с вами увидимся в следующей серии. Всем пока, ребятушки, и удачи, и до новых встреч. Can't stop bounce.